Всем привет! Я Онур Чакыр, студент университета прикладных наук Сакария. В настоящее время я являюсь президентом студенческого совета по этноспорту. Я также работаю в центре тренировок и фитнеса в неполный рабочий день. Университет прикладных наук Сакарии имеет один кампус. Он расположен в местности СНТП в Сердиванском районе Сакарии. В кампус легко добраться из многих точек нашего города. В университете есть большая столовая. В столовой подается двухразовое питание – обед и ужин. Поскольку время приема пищи довольно продолжительное, наши студенты могут до и после уроков пользоваться столовой. Для тех студентов, кто не предпочитает столовую, имеются буфеты и множество кафетериев при факультетах. В нашем университете много спортивных сооружений. Есть один стадион, один фитнес-центр, два поля с ковровым покрытием, два теннисных корта и два крытых спортивных зала. Здесь имеется много мест, где наши студенты могут удовлетворить свои основные потребности, не покидая кампус. Имеются банкоматы, туристические агентства, парикмахерские и канцелярские магазины, посредством которых можно удовлетворить множество потребностей. Недалеко от кампуса расположены как мужские, так и женские общежития. Учреждения высшего образования по кредитам и общежитиям КАЭК. Многие из наших студентов могут добраться до университета пешком. На территории кампуса я в основном пользуюсь спортивным сооружением. Я провожу много времени на стадионе, чтобы заниматься спортом и смотреть спортивные соревнования. Факультет нашего университета проводит множество конференций, на которых присутствуют специалисты в своих областях. Проводятся множество мероприятий, бесед и симпозиумов, которые организуются студенческими сообществами и факультетами. Жизнь в университетском кампусе поспособствовала более лучшему провождению моего времени. Этот красивый кампус, переплетающийся с природой, научил меня всегда быть последовательным и чутким к природе. Абитуриентов, которые выберут университет прикладных наук Сакарии, ждут квалифицированный преподавательский состав, лаборатории, где много можно проводить исследования и практиковаться на протяжении всего обучения. Множество событий и множество мероприятий, организованных нашими факультетами и студенческими сообществами. Если вы хотите совместить свои знания с вашими навыками, мы будем рады видеть вас среди нас. Желаю успехов всем абитуриентам!